Хорошо, я буду говорить на тему права ЛГБТ в России. Проблема гомосексуалов в России очень большая проблема. А гомофобия в России очень большая. И новый этот закон в Санкт-Петербурге и на федеральном уровне просто новый вид дискриминации. Потому что гомосексуальная сексуальность не запрещена в Конституции и Уголовный кодекс Российской Федерации. Запрещено 1993 год. Но это новый закон против гомосексуальной пропаганды. Это просто нарушение свободы слова. Тоже расписано в Конституции Российской Федерации, расписано Европейская конвенция на права человека и Международный пакт гражданские и политические права. И Россия написалась на это права как день Советского Союза. И сейчас просто ужасно, потому что это против европейских стандартов. Потому что хочешь попасть в Евросоюз, дискриминация против сексуальной ориентации запрещено. Но Россия идет против мирные стандарты.